Так, ребята, привет вам еще раз сегодня. Купили, ребята, надоело уже вот это вот без регистратора ездить и без камеры заднего вида. Помните, как я в пенек въехал, бампер расколол, задом сдавал? Так вот, купили сегодня наконец-то видеорегистратор. Вот такой. Зеркало. Ну, в оку вы сами знаете, не влезет же ничего, правильно? Там только зеркало влезет. Ну, вроде бы как HD, Full HD. Так, ладно. Подключили к аккумулятору. Да, на машине сдох аккумулятор. Ребята, проработал 7 лет вот этот. 7, мать его, лет. Как так раньше делали, а? Короче, купил новый. Похожий какой-то взял. Тоже в оку ставлю 60-ку. Поэтому он так долго служит. Ну ладно, от темы-то отошли. Вот соорудили быстренько такой переходник. Розетка у меня была под прикуриватель, чтобы проверять всякие вещи от прикуривателя. Значит, здесь в комплекте шел преобразователь на 5 вольт. Вот. Андрюха сейчас пытается разобраться с этим регистратором. Тебя, Андрюха, в зеркале даже видно. Ну и как? Покажи, как камера-то вообще снимает. Основная. Заднего вида мы пока не подкидывали. Там заднего вида. Так, оно, покажи. Ну, направь на кресло, на шуруповерт направь. Ух ты! Видно четко. Причем, ребята, если учесть еще, здесь пленка еще. На объективе пленочка, я еще не снимал. Пусть пока будет. Так, что тут у нас? SD-карту я нашел на 8 гиг, вставил. А вот это сейчас пишет, да, Андрюх? Вопрос такой. Звук там вот это все есть? Будет? Короче, сейчас ты потестируй и расскажем ребятам. Хорошо? Ну, неплохо, неплохо. Как в айфоне, да? Эй, ты же запись включил. А вот воспроизвести тот файл, который мы уже записали. Тут выбор, да, получается у тебя? Сколько понаписывали? Это уже записано? Угу. Так, ребята. Только, ну, звук слабый. Это ж только так для контроля, да? А где тут динамики? Вот это, наверное, или то? Ну, может это. Ну, где я там говорил? Ты не ту запись включил. Где я говорил? Раз, два, три, четыре, пять. Нам инструкцию-то лень читать, ребята. Да ладно, давай заново запишем. Что-то ты мне... А, вот. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. А, так вот динамик. Вот, вот динамик, ребята. Ну, неплохо, неплохо. В общем, вот такой вот этот. Давай сейчас камеру заднего вида еще протестируем. Тут вот такой длинный шнур. Через весь салон она будет у вас идти, правильно? Такая вот камерка. С какими-то, Андрюха, светодиодами. Неужели это инфракрасные? Итак, задняя камера будет включаться, когда плюс подашь сюда. То есть это берешь на стопори заднего. Ну, не на стопоре, а фонарь подсветки, когда ты задний ход включаешь, белые фонари, да, включаются у нас. И вот эти 12 вольт с них берешь, подключаешь. И то есть ты, когда задний рычаг включаешь, у тебя загораются задние фонари, сюда идет питание на эту камеру. И она, скорее всего, автоматически здесь включится. Ну, вот давай сейчас попробуем. Так, ребятки. Блин, Сонька моя глюканула, только что еле восстановили SD-карту. Писали, писали. Так, на чем же мы остановились? А давайте просто осмотрим. А, подключение задней камеры. Так, вот такие здесь настройки есть. Вот, единственное, мы клацали сейчас. Я хотел, чтобы из задней же камеры запись шла. Нифига. Запись не шла. Только передняя пишет. Так. Ну и вот тут получается, Андрюха нашел что. Сейчас вот этот... Передний пишет, да? Передняя камера. Теперь переключаем. Пишет все равно переднюю. Но
Сейчас мы включили камеру заднего вида. И причем мне вот это понравилось. Она сейчас работает, даже не подавали питание. То есть питание, если здесь подашь, наверное, просто автоматически на экран, Андрюха, будет выскакивать. Понял, это камера. И да, она с инфракрасными этими, скажите, светодиодами. В темноте будет классно видно. Так, как еще можно здесь отображение настроить? Вот сейчас задом сдаем, допустим, видим сзади, да? Еще нажимаем эту клавишу. Теперь видим и задний вид, и то, что впереди. Видите? Экран в экране. Блин, неплохая камера. Так, это что у нас? Задняя будет на весь экран. Вот, заднего вида. А передняя будет у вас отображаться вверху, в углу. И теперь последняя, да, Андрюха, опция. И то, и то. Наполовину экран такой, наполовину задний экран. Андрюх, все? Возвращаемся сейчас назад? Да, в исходную позицию. Ну, в общем-то, вот такой незамысловатый видеорегистратор. Качество обалденное. Full HD. Вот. Теперь смотри, давай я сейчас попробую подать плюс 5 вольт. А, кстати, инструкции ты хоть почитал? 5 вольт, говорю. 12 вольт, скорее всего, да? На вот эту камеру заднего вида. Если подать, когда мы включаем задом, начинаем ехать. Так вот, давай сейчас попробуем. Вот, допустим, мы едем, сейчас едем. И бам, включили фонари заднего вида. Фу, блядь, фонари заднего вида. Фары. Ну, короче, задом стали сдавать. Так, поэтому, Андрюха, изучи, если я сейчас подам 12 вольт на эту камерку, я не сожгу ничего. Хотя, как Гена Букин сказал, инструкцию читают только трусы. Надо брать и подавать. Есть тут такое про это? А ну, изучи. Пока Андрюха там изучает, давайте посмотрим тут. Такие резинки в комплекте шли. Застегиваются легко. Причем на любой размер, видите, зеркало можно одеть. Ну, то есть вот это зеркало одевается на штатное, то, что в машине уже стоит. Не, ну неплохо, неплохо сделано, конечно, классно. Мне понравилось. Посмотрим, как он в работе себя покажет. Так, какие-то болтики. А, это для задней камеры. Крепление. Вот еще вопрос, как это все закрепить. Где это все закрепить? И самое главное, кто это будет делать? Мне неохота. Детей не заставишь. Блин, а вот камера наша не передает вот этих красок. Тут так все четко видно на экране. А в камере сейчас смотрю, как-то засвечено все. Соньки мои. А тут вообще такие краски. Как в айфоне, блин. Не, не передает наша Сонька. С экранчика, с этого. Ну что, Андрюха? Так долго ждать. Ну, подать 12 вольт. Ну, ну, а что это еще может быть? Ну, не спалю же, не? А, Андрюх, спалю или не спалю? Ну, тебя так долго ждать, у нас куча работы. Блин, ребята, я подаю. Ну, а что делать? Ну, спалю, что теперь? Жалко, что ли, 1700 гривен? Да ну, не жалко, да? Сколько той жизни. Итак, ребята, смотрим. Бамс! Тю, блин! Это подсветка. Ух ты! Это подсветка включилась, Андрюха. И вон какая-то сетка. Когда ты задом едешь. Ну да, переключилась, короче, на задний вид она. Включили светодиодики, понял? И вон, видишь, сетка? Ну, когда задом сдаешь, вот. Вот возьми камеру, брось ту книжку. Все, она теперь не нужна. И шевели эту камеру, видишь? Ну, то есть, как парковщик. Как парковка? А интересно, рукой, если ты к камере ближе, рукой закрывай, сработает это? Пикать будет дистанция? Да хрен там, убирай. Ничего не пикает. Так, отключаю, смотрите, камеру. Раз, отключил.
переключилась на переднюю. То есть вот у нас запись идет сейчас передней. Жалко, задняя не пишет, да? Так, а ну опять сейчас включу. Смотрим, как это будет. Пумс! Включился свет и включилась эта сеточка. А ну, шевели задней камерой. Ну вот. То есть эти светодиоды получаются что? Подсветка твоей парковки, все. Тьфу, блин, парковки. Задница. Подсветка заднего хода. Ой, ладно, ребята, все. В общем, извиняйте, вот так сняли, как могли. Просто похвастались покупкой. Вот такой. Все, погнали мы дальше розетки делать. Отпуск-то небольшой. Надо все успеть. Ребята, блин, так у нее аккумулятор есть свой. Вы представляете? У нее есть свой аккумулятор. Надо зарядить только батарею. Видите? Ё-моё. Так это вообще прекрасно. Она хоть помнить будет настройки. Вон, батарея разряжена только пишет. Все, я сейчас ее на зарядку ставлю. Короче, в нем даже, в этом регистраторе, есть бляха... Ой, этот, блин. Не бляха, а блин. Надо говорить, а то YouTube забанит. Есть этот самый аккумулятор. А вон, кстати, да, вот же он. Вверху ж значок, ё-моё. Ну все тогда. Пускай заряжается, да? Ну все, всем пока.